Вроцлав. 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 Три года, плюс-минус. Лет 100. У меня ощущение, что это та-там, прям. Всего куча была. Серий много. Нет времени, объяснять. Надо быстрее, Какой классный парень. Что она красивая? Вообще не мой. Вообще не типажно. Вообще нет. То есть это, наверное, пришло со временем. Вот на внешность нет. Не могу ничего. Вообще не помню даже, если честно. Вот он мне как-то говорил, помнишь, нашу первую встречу, когда я пришел на собеседование, а я такая... Ну, какие-то черты, конечно же, я запомнила, но в целом я не на внешность как-то вот у меня не запалась, что ли. Мне нравятся девушки в очках. И она именно в очках. Да, очки, длинные волосы. Ну, мой типаж, наверное. Он очень любит людей, детей. Ответственность. В силовых показателях. Ну, более ответственная, наверное. Я такой достаточно легкомысленный человек. Рано вставать, да. Я без проблем. Все уже за 15 минут дома поделала, а он сейчас пока спит. Бай-бай. Я лучше воспринимаю любую информацию. То есть я быстрее обучаюсь, наверное, и более дотошливый, что ли, в каком-то плане. Влада питается правильно. Ну, она не любит такую еду. Я люблю, она нет. Блин. Ну ладно, скажу, тушеная капуста, которая мне 3 раза последний раз не удалась. Да не знаю, я не задумывался об этом. Компьютерные игры. Приставочка. В чем я не понимаю, так это в том, что у нее часто меняется настроение. Ну, как возможно и у большинства же женщин. Любим людей, любим жизнь, любим спорт. Мы на спорте и сошлись. И это стало как-то делом жизни. Характер. Характер похож. Довольно вспыльчивый, но достаточно твердый, так скажем. Ну, наверное, полчаса. Пару часов. Ну, часто она. Раньше я, теперь оба. Ну, я честно скажу, но намекну, так скажем. Но не буду напрямую говорить, это неприятно. Не будет даже намекать. Не будет. Ему все равно. Он, во-первых, знает, если я поправила, что уважительная причина. Очень. Во-вторых, я это все очень быстро сбрасываю. Мне самой некомфортно. В пределах разумного. Я показываю, пытаюсь поговорить. Когда ревную, то он такой сразу напряженный. Такой как смотрит, прищурив глаз. Нервничает. Но это прям видно, заметно. Никакую. Я не сильно склонен наблюдать за такими вещами. То есть гардероб – это такое, как советский плакат был. Нет лучше одежды, чем бронза мускулов и свежесть кожи. Вот то же самое. А, ну рваные штаны, конечно. Я их периодически так это... И до свидания. Одежда – это вторично. Потому что это любовь. Потому что я ее люблю. Ну и надеюсь, и она меня. Главное, что будем вместе. Дальше у нас будут дети. Но об этом еще не знаю, не говори.